Знаете что, по поводу причин, да, грусти или радости, раз уж так начали, давайте в этом русле и поплывем. Знаете, есть еще две причины. Например, одна из них. Завтра у Димы Ивакова день рождения. Но заранее не поздравляют. Послезавтра. А завтра у Лёши. Ничего страшного. Заранее не поздравляют, но как-то вот не принято, да? Но мы и не поздравляем же. Мы просто, как сказать, озвучиваем это и кое-что вручаем Диме. Он еще об этом не знает. Сегодня просто пользуйся, а после завтрашнего дня это станет подарком. Потому что когда мы решили в таком виде попытаться что-то сделать, выяснилось, что, знаете, у барабанщика нет тамбурина. Надо где-то у кого-то брать. А у барабанщика нет тамбурина. А у тамбурина нет барабанщика. Вот, поэтому, Дим, отменилищем. Вот, пусть себе там что-нибудь напишем, пожалуйста. Песня тоже прозвучит. Ну, вас еще ждет. Завтра? Хуже. Это лопот. Это лопот. Я тут разместил. Меня кто-то его...